Из-за шествий профсоюзов Хакасии с 10 часов утра проехать у водителей не получится по улице Щетинкина со стороны гостиницы «Дружба» и до Первомайской площади. На время прохождения колонны центральная транспортная ось замрет. Много времени демонстрация не займет, около получаса, говорят в Абаканской мэрии. Как только колонна будет проходить перекрестки, движение будет возобновляться.